посмотрите, что он вытворяет. Этот сумасшедший. Ты как так подлетел? Ну что же, народ, всем здорово, с вами Кузак и Барта, и сегодня мы продолжаем играть в нашу любимую игрушку Watch Dogs 2. Йоу, друзья, всем здорово! Вы посмотрите, на чем Ярик съедет! Эта машина хэллоуинская какая-то из какого-то там дополнения, что ли. Смотрите, Ярик не знаю, как я нашел. Да, вот посмотрите, что он вытворяет. Этот сумасшедший! Ты как так подлетел? Я улетел куда-то. Она взорвалась. Она реально, она багуется постоянно. Кто взорвалась? Твоя машина? Да, да. Да ладно, мы даже не успели показать во всей красе, что вытворялось без записи. Был вообще полный бред. Не, ну ты видел, как я улетел? Я охренел. Да, это было жестко. Я прям увидел, как ты взлетел на километр. Хэллоуинская какая-то пасхалка или что-то типа такого. Да. Я охренеть, она так улетела. Это было очень жестко, ребят. Вот просто, если мы сейчас еще что-то такое найдем, то это будет топ-серия In the World in the 1000. Я не знаю даже, что мы сегодня будем вытворять, но у нас было в планах... Много новых машин. Я, кстати, вот только что вот погонял по городу и нашел кучу новых машин. Да, мы, наверное, погоняем, на моста никакие не будем залазить, потому что у вас это, наверное... Ну, смысл одно и то же, постоянно паркур да паркур. Да. Лучше сейчас мы будем что-то искать такое эксклюзивное. Да, машинку какую-то новенькую найдем. Да, хорошо. Вот такой вот у нас сегодня план на серию, получается, и будет. Так, а сейчас давай я уйду от копов, а то они... А, у тебя копы еще есть? Да, ну типа мы там заодно были. Я пока что по паркуру. Капец, я улетел, у меня аж... Это да, я прям на тебя, знаешь, камеру еще нацелил, да, капец, да. Это так выглядело, на километр, наверное, взлетел, как да, ракета да. Просто какая-то. Так, а здесь? Нельзя взломать. А там надо, вот смотри, нажать на клавишу, чтобы посмотреть, и показ, что надо. Ага, и нельзя. Как-то там. А, непонятно, короче. Надо ехать в город, чтобы, короче, находить машины. Да, есть такая тоже. А, погоди, мой жизнь можно забрать. И мне просто сейчас тоже стало интересно, хотя у нас паркура не должно быть, но мы почему-то все равно паркурим. Да окей, погнали, короче, в какой-нибудь город. Давай. Сейчас возьмем вот эту как раз таки, что это за Порш? Наверное, или что это такое, непонятно. Я вот на этой. Окей, красавчик на такой там, короче, я пока вот зашел, заметил еще одну машину, вот тоже на ней покатался. У нее, короче, подвеска дикая была, как в Форсаже, и тоже, наверное, она... А, я хотел тебе сейчас навредить, прикольно вот эту, типа, штуку ввысь поставить, окей. Где ты это вообще нашел машину, примерно? Возле мостов, вот там. Погнали, я за тобой. Если сейчас мы найдем что-то интересное, то это будет топ-интересная серия. Ну что же, друзья, к сожалению, мы не смогли найти снова эту замечательную машинку. Представляете, она оказывается самая секретная тачка в игре. Мы загуглили, оказалось, что именно так. А кто на тебя целится? Тетка пришла. Это к тебе, на тебя что-то там пялится, хочет тебя помочь. Надо на нее врагов просто убить. Да, не надо, они сейчас будут стреляться. А, ну да. Я на нее это там... что-то другое вызвал. Пофиг, да, короче. Да. Ребят, мы нашли вот такие вот замечательные байки. Просто скутерочки, мопеды русские прям. И вот нашли такую горку, где сейчас будем отлично фаниться. Надеюсь. Нифига я... Ни хрена ты по текстурке упал. Нет, помню. Я по текстурке не упал. Да, я помню, такое было. Погоди, он что, сломался уже? Он сломался? Может, его пнуть надо просто. А, русскую технику уже пинают всегда. Да не, он не мог сломаться. Ну, хотя у меня подсвет сейчас, типа... Вот теперь он у тебя точно сломался. Я сейчас тоже сломался. Уже сломался, все. Он мне уже не подсвечивается, как нормальный. Нормально покатались, отличный трансфер просто. Искали полчаса, Ярик, спасибо нормально. Просто, то, что нашел эту горочку. Я не знаю, что делать реально, куда надо нам бежать, чтобы... Здесь есть какой-то корабль, вроде ты говоришь. Ну да, мы были вот в прошлой серии там, но на корабль не залазили. Меня убили. Я, кстати, капец. Сейчас переоделся, пока ездил в хипарскую одежду. Капец, я снова нормально. Здесь, кстати, по этим паркурю, по, как они называются, по контейнерам. Да. Нифига, ты опять наверх залезаешь, я сейчас к тебе. Да пофиг, я не залезаю. Палят. Я хочу как-то на корабль найти вход, я знаю то, что там можно как-то туда пройти. Можно? Я реально не знаю, что делать-то. Гони. Что я такое? Знаю, что у тебя, какая идея? Ну вот, смотри. А, он неуправляемый, берем... капец. Мы сейчас берем, убиваем вот эту вот лодку. Да? Ой, он не тормозит просто. Мы убиваем эту лодку, на нее становимся, и вон окно, прямо возле нас, слева. Да ты чё? У меня появилась другая идея! Пока у меня нет ментов, я сейчас это реализую. Сейчас мне надо только большой грузовик. Мне нужен большой грузовик. Ты сейчас не... А ты просто сейчас офигеешь, что я придумал. Все. А, нет, до свидания, мужик, мне такой не нужен. Быстрее, в... Сзади, вижу. Вот.
Во, отлично. Все. Садись ко мне сейчас. Давай, да, давай, братан, садись. Быстрее. Сейчас наша, если идея получится, то это будет вообще топ in the world in the 1000. Так, давай, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Если мы проникнем на этот корабль... Мне кажется, не получится. А хотя... Он просто, там смотри, большой. Прям... Да-да-да, мы прям туда прыгнем на изичах. Охренеть. Ладно, чтоб он как ты... Ты немного его еще свесь. Да-да-да, я так и сделаю. А как мы... Не знаю, надо было поменьше грузовик брать, конечно. Что-то я переборщил с ним. Теперь надо как-то... Я не знаю, как ты туда заберешься. Он не залезает, а провалился под воду! Идеально, вот сейчас вот если не получится, то это уже специальный баг игры. Я прям в воду упал. Блин, к сожалению, прям в воду. Да ладно, он бы сейчас забрался бы туда, почему? Почему не забирается? Вот, ребята, ему просто надо протянуть руки и подняться. Здесь любой человек сможет, вот у нее не получается. Сейчас. Блин, а ты там сидишь. Ладно, я все понял. Так, хорошо. Там вот есть лодочка, сейчас я до нее доеду. Не, здесь реально, да, легко попасть. И там, возможно, где-то есть объезд, с другой стороны мы сможем попасть туда. Просто очень хочется попасть на корабль. Предыдущий серии. Да, там же вон всякие лестницы есть, чтобы... Нифига я прыгнул, как классно. Да-да-да. Для чего такие вообще большие тогда штуки построили, если ты туда никак просто нельзя попасть? Смотри, просто ничего нету, никуда нельзя здесь забраться. На вторую лодку? Вторую лодку можно, но вот это будет поинтереснее, только я не знаю, как на нее можно вообще забраться. Может, там сейчас как-то объедем? Сейчас интересно просто даже стало. А сюда мы, наверное, не влезем. Да, мы сюда не влезем, там текстуры будут мешаться, взорвемся к собакам. И будет все фигово. Хотя смотри, нижний уровень. Нижний уровень! Вот на нижнем уровне я ни разу не был. Погнали. Ну-ка. Охренеть. Я просто был наверху, там можно зайти типа с пустыни, с суши. Вау! Аккуратнее, аккуратнее, там это секретная база. А, понял. Все, всех убиваем. Ты лучше по этим шокерам. Бесшумно. Так, ну-ка, ну-ка, ребят, мы на корабль просто попали, на сам корабль! Здесь куча наркоты переводит, а мы тут... сейчас будем реально спасать. Реально куча наркоты. Вот здесь какой-то ящик. Ну-ка, братан, сейчас тебе помогу. Капец, сейчас здесь просто по всему кораблю можно бегать, ты гонишь? Да ну в жопу! Да, просто... Смогли все-таки это сделать, класс! Охренеть. Нет, ты не можешь не радовать. Так, ну-ка. Так. Здесь даже груши для битья есть. Правда, начну. Убивай всех, здесь просто куча людей, я не понимаю, откуда их столько. Ты уже всех перебил, я еще даже ничего не сделал, прикол в чем. Воу. Не, там вот... Так, ну-ка. А вот что я собираюсь. Так, ну-ка. Вот где ты? Я тут вообще бегаю много. Да-да-да, понял. Он кидает гранату еще, зараза. Ты смотри, погнали еще выше и заберемся. Там выше нельзя, к сожалению. Я там был на этом корабле. Я на самом... Ну-ка. Ай, перезарядка. Прыгай вниз, прыгай вниз, прыгай вниз. На самой верхушке. О, смысл на самой верхушке? Я забрался высоко. Стреляй! Где? Что? Охренеть, там людей! Я чуть не умер, Ярик. Капец. Они их все больше и больше. Сейчас к тебе поднимаюсь. Давай, давай. Они стреляют прям сильно, не то что в GTA эти копы. Ты еще раз стреляют. Ой, горит все, горит! Ярик! Я весь уже расстрелянный. Где ты? Я вот еще выше наверху. Ага, понял, иду. А, ты что такой-то тихий? Тебе что, не страшно? Да мне капец просто. Я так сосредоточен, чтобы меня не убили. Так, минус вертолет. Так. И здесь вот нельзя нигде забраться, что плохо очень. А, хотя... Беги. Гранду прям сюда кинут. Все хорошо. Что мы сделали? Давай. 5 звезд просто. 5 звезд, реально. Вот здесь никак не заберешься. Граната! Это было больно. Так, ну-ка. Я хочу еще здесь попаркурить где-то. Здесь, возможно, еще где-то есть проход, может, внизу. Главное не стоять на месте, главное не расстрелять всех, потому что мы проиграем в бою, их очень много. Капец. Охренеть они жесткие, а. На тебе, по яйцам. А, да ты стреляй, да я тебя стрелял по паху, ты какого фига не умер, чмо? Ясно. Ребят, просто вот столько всего много, столько... Я ничего не могу сделать. Штук на самом-то деле. Я даже не ожидал от этого. На тебе, тварь. Где вы? А, откуда ты стреляешь по мне? Ну, до свидания.
Кузак! А! А, нет, показал. Да ты жердяй! Меня убили. Здесь капец. Вы видали, на что он делает? Охренеть. Жердяй, два раза меня убил. Два раза убил. А ну-ка, коповскую тачку мне дали. Ох, паркурист. Ой! Просто взял, утопил ее. Хотел туда запрыгнуть на коповской тачке, чтобы никто не пробил. Ни хрена не получилось. А блин, здесь, это что-то... Можно еще выше подняться. Это слишком жестко. Ни хрена я стою, я на ногах там, на этой платформе. Жесть. Я хочу реально попасть на этот корабль. Если сейчас не попадем, то ладно, закончим серию, потому что я уже не знаю, что делать можно. Да, идея хорошая, мы сейчас, возможно, поднимемся реально. Потому что там прям по прямой можно будет, там, типа, без ограничителей. Да, не надо будет перепрыгивать никак, и сейчас все получится. Но это уже последняя идея будет. Да, и у меня реально сейчас идеи уже нет. Пишите в комментариях, как можно попасть на этот... Да, вот реально, если вы там были, то напишите, спешите. Надо было по кругу объезжать. Объедем, нормально, нормально. Ой-ой-ой, он на двух колесах едет. Фух. Теперь главное туда. Мы здесь тоже, мы, наверное, здесь тоже. Ай. Так, теперь главное поаккуратней. Так, теперь надо опустить чуть-чуть. Нельзя, мне кажется, нельзя. Опускаем. Капец. Либо, наоборот, поднять. Не, там сильно вроде бы так сильно поднять нельзя. Нет. Фух, спас. А погоди, ну-ка под... А, ну хотя... Вот просто на раз, два, три. Прыгаю. Раз, два, три. Ясно. Просто, нет слов. Для чего такой корабль строить, если на него никак не попасть? Я просто не понимаю. Либо, ребят, как-то с этих кранов можно, которые там наверху, видите? Но только как туда попасть? Сейчас я бегу, вот ради интереса, мне самому очень сильно интересно. Но как? Реально. С контейнеров здесь не... Как не соберешься? Для чего такое строить, если никак не попасть на этот долбанный корабль? Реально, такой масштабный и нигде там не побегаешь, что ли? Что за бред? Почему вертолетов не добавили? Ладно, ребят, сегодня такая, как это получилась смешанная серия. Надеюсь, что вам понравилось. Вначале вот эта тачка была, это просто эксклюзив in the top in the 1000. А так, как, да, ну, как-то да. Не особо это сегодня жестко, получилось это что-то сделать. Что-то сегодня просто неудачная серия, можно даже так сказать. С вами были Кузак и Барт. Подписываемся на наш каналчик, ставим лайки и оставляем свои позитивные комментарии. Всем удачи! И всем до скорого, тудун-тудыщ. Всем удачи и всем пока, друзьяшки. И взорвался под конец, отлично. Я слышал.